Алису. Сегодня играем в спектакль «Мужчина на расхват» в театре на Серпуховке. Билетов уже нет, так что кто успел? Что ты меня заменил? Я открывал мир других мужчин. Очень, кстати, крутой ремикс на песню «Мало половин». Вижу я этот мир, я улыбаюсь ему одному. У меня в альбоме, можете скачать. Вижу тебя и больше не. Кто ко мне приехал? Спустись, да. Пожалуйста. Где все остальные? Где все остальные мужчины? Просто когда конкуренция вокруг красивой женщины, я невольно, конечно же, одному колеса сдул, другому пурген подсыпал, один в туалете, другой качает колеса, и у меня есть возможность поцеловать. Что случилось? Боже, это же грудь! Грудь. Господи, хорошая, качественная. Это Ольга Игоревна. Это я. Грудь Ольги Игоревны. Это не грудь, это... Потому что я так на вас набросился, мне... Просто я как лев накинулся, блин. Ты там все... Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват? Я виновата. Вот кто виноват. Я во всем виновата. В чем баба виновата? Вот кто слова не помнит. Кто виноват? И баба. Бежал! Не сбежал! Кто Баби Бунт, блин? Баби Бунт! Баби Бунт! Баби Бунт! Откуда у нас бабы на свете? Баби Бунт! Баби Бунт! Баби Бунт! Баба на корабле! Это бабы! Никому не рассказывай! Баби Бунт! Реклама моего Баби Бунта. Уже суровый. Олечка, ты заметила, я сегодня тебя даже за грудь не трогал на спектакле? Нет. Ты трогал меня! Ты трогал меня! Да-да-да, я осталась одна! Как с ними можно Я очень довольна. А ты довольна? Такими партнерами. Да. Очень. А ты доволен? Ты доволен? Да, ты мужик? Я вообще просто доволен. А я? Скажи, сидите ко мне. Вот человек по телефону разговаривает. Мы же снимаемся для моего инстаграма. Иди ко мне. Это потрясающе. Это было браво, Оля. Спасибо большое. Ольга, вы такая. Вот. Счастье, красавица. Вот это просто. Это раз. Как можно с ними играть вообще? А, все, она не снимает. А, все, не снимает? Так что ты? Ты сразу скажешь, что я не снимаю больше, блин. Тут сараемся, ладно, блин, капец.